нас хорошим темпом идут такие муниципалитеты, как Серпухов, Фрязино, Звенигород, Протвино, Ивантеевка. Очень приятно, что коллеги за первые полгода 2017 года заметно прибавили в работе. Подробно, как я уже сказал, Ирина Вячеславовна сегодня расскажет. Сегодня был представлен рейтинг за первое полугодие 2017 года. Годовой рейтинг будет опубликован после промежуточных результатов. По словам губернатора, это позволит каждому главе территории скорректировать свою работу, обнаружить сильные и слабые стороны. Губернатор особо отметил темп развития Серпухова, Фрязино, Звенигорода, Протвино и Ивантеевки. По темпах работы, которые получились относительно первого полугодия 2016 года, то вот в зеленой зоне представлены те муниципальные образования, которые за год эффективно сработали. Ну, имею в виду полугодие относительно. И в красном, следующий слайд, пожалуйста. И в красном представлены те, следующий, пожалуйста. Те муниципальные образования, которые снизили темпы работы и абсолютные показатели за прошедший период, по итогам рейтинга в зеленую зону попали 17 муниципальных образований. Среди них Лосино-Петровский городской округ, Химки, Реутов, Щелковский муниципальный район. 32 муниципалитета попали в желтую зону, в красной оказались 13. Среди них Орехозуевский район, Дубна, Красноармейск, Луховицы. Губернатор обратил внимание руководителей территории, что все 50 показателей – это указы президента, государственные и муниципальные программы и обращения жителей на добродел. Марина Миткевич, Сергей Григорьев, Алексей Гущин для программы «Городские вести».